Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Лоди Свет. Продолжаю свои заготовки на зиму. Сегодня о кабачках. Начала готовить и вспомнила фильм «Девчата». Помните? Картошка фри, картошка пай, картошка жареная и пюре. Точно так же и о кабачках. Чего с кабачками только не делаем. Ну вот салат «Тагил» от своей сестры я почему-то первый раз узнала, хотя она мне не верит. Они с мамой делают тагила много и говорят о том, что, как мама сказала, Uncle Ben's отдыхает. Почему такое название, не знаю. Как дали, так я и делаю. Ну, получается такое овощное рагу. Конечно, я уже сделала. Получилось очень много. Вот такой красивый, посмотрите, осенний салат. Супер вкусный, кто любит немножечко сладкие заготовки. Сразу скажу, всем тем, кто любит, чтобы рецепты были в граммах, миллиграммах, все точно, в этом рецепте не так. Еще раз говорю, как дали, так и делаю. Здесь поштучно лук, поштучно помидоры, то есть все по 10, и перец. Вы сейчас скажете, у всех овощи весят по-разному. Берем средний размер примерно, но что я вам хочу сказать, дорогие мои хозяйки, вы мне пишите гадостные комментарии по поводу того, что я вам четко не взвешиваю товар. Каждая хозяйка, даже если чуть-чуть переложит перца там или еще чего-то, отрегулируйте соль и сахар, ну перец, допустим, и все. Ничего, то есть избыток какого-то продукта не испортит в целом ваш салат. Я не взвешивала ни лук, ни помидоры. Средний там помидор, средняя луковица, ну 130-150 грамм. А дальше вы уже сами и смотрите. Когда я говорю, что рецепты по вкусу, очень многие негодуют. Что значит по вкусу? Ну неужели вы варите суп и четко следуя какой-то поваренной книге? Ведь соль, перец вы кладете в суп по вашему вкусу. Точно так же и в заготовках. Зачем это все писать, я не понимаю. Четко действуем по вкусу. Вам нужно больше сахара, добавьте больше. Больше соли, добавьте соли. Я всегда все делаю по вкусу и добавляю, даже придумаю к собственным, ну, к каким-то рецептам собственные добавки. Так что поехали. Сегодня у нас тагил. Приготовила все продукты для изготовления такого салата. Вот я скопировала то, что мне прислала сестра. Показываю, потому что есть неверующие, дорогие друзья. Тагил из кабачков называется. Итак, что мне надо из овощей? Как и говорила, 2 килограмма кабачков, 10 луковин, ну вот у меня лук крупный, я взяла 5 штук, 10 сладкого перца, 10 помидор, я взяла 10 огурцов и еще, ну, примерно там, вот смотрите, еще полкило примерно стручковой фасоли. Теперь дальше вопрос, сколько это 10 штук? И как это опять вы все не взвесили? Дорогие друзья, примерно луковица, примерно там средний овощ 150 грамм. Вот отсюда и исходите. Может быть 100 грамм, я не знаю. Мне нет проблем это все, как сказать, попробовать на вкус. Ну, совершенно нет проблем. Я вам в каждом рецепте говорю, ну, пробуйте вы на вкус. Здесь чуть меньше, чуть больше, там на 200, на 300 грамм. Ну, никак не повлияет, плохо не повлияет на ваш вкус. На вашу любую закуску или на ваш любой рецепт. Не знаю, какие проблемы у людей попробовать все на вкус, не понимаю. Так, все намыло, приготовила. Начинаем работать с томатной пастой. Мне надо 300 грамм томатной пасты. Вот я взяла такую, ну, пасту надо брать, конечно, хорошую. Вот эта ящик астраханских помидоров продается в Пятерочке. Очень хорошая паста, 300 грамм. И развести ее до литра, вот я сюда сложила 300 грамм, развести ее до литра водой. Я вот ее развела, посмотрите, долила литр воды, развожу, и пусть пока тихонечко постоит. Но прежде я туда добавлю стакан сахарного песка. Еще раз говорю, потом я попробую, может быть, я и чуть больше добавлю. Мне нравятся салаты эти не с кислинкой, а такие слегка сладковатые. А кому-то, наоборот, сладость не нравится. И столовую ложку соли с горой. Вот такую. Сюда. Пусть это все настаивается. Пока настаивается,
Буду резать кабачки. Начну с кабачков. Одни пишут, почему не показали, как нарезал. Другие пишут, зачем вы нас учите, как резать, мы не маленькие дети. Так вот, как хотите, тогда так и режьте. Ну вот хочется так сказать. Я буду нарезать, ну, произвольными кубиками. У кабачков, естественно, сняла шкурку. Меня не смущают кабачки с зернышками. Если вас смущают, значит, зерна все вырезаем. Опять-таки, кто как хочет, тот так и делает. Я нарезаю шайбами. Ну и затем обыкновенным кубиком. На 4 части и кубик. Все. Пока вот мне осталось тут дорезать совсем чуть-чуть, я уже начинаю процесс приготовления. В кастрюлю выливаю вот эту массу, которая растворилась, сахар, песок, все, готово. Выливаю аккуратно. Добавляю сюда же стакан растительного масла. У меня как раз здесь один стакан. И ставлю на нагрев. Вот эту массу перемешаю в кастрюле. Нагреваться. И после кипения 5 минут. Масса активно кипит. И сейчас туда аккуратно складываю все нарезанные кабачки. Ну и теперь, естественно, перемешиваю. И будут кипеть кабачки 10 минут. Пока это действие происходит, я нарезаю перец. Кабачки протушились 10 минут. Уже немножко масса опала. Они уже стали такие не полуготовность, но помягче. Вот. Теперь сюда добавляю нарезанный перец. Перец нарезала такими же кубиками, как и кабачки. Перемешиваю. И как только закипит масса, еще прокипячу 10 минут. А тем временем нарезаю лук. Лук у меня крупный. В рецепте написано, можно нарезать полукольцем, но я тоже буду нарезать его кубиком. Я использую лук Exhibition, он достаточно сладкий. И он плохо хранится, поэтому использую его всегда в заготовке. Вы, естественно, можете нарезать любой лук. Наверное, только не красный. Потому что вот эти красные луки, они немножечко некрасивые. Когда их обжаривают или отваривают, теряют свою привлекательность. У меня достаточно такой крупненький получается кубик. Дорогие друзья, не нервничайте, но порекламирую свой труд, свое руководство по заготовкам. Не все знают. Вот убедилась, что не все. Поэтому, кто еще не знает, в электронном виде придет вам такое пособие по заготовкам. Здесь много проверенных рецептов, именно проверенных. Салата Тагил там нет. Но запишите. Вот сюда можно запросто записать такой салат. Очень получился сладкий, вкусный, сочный, как добавка ко многим блюдам. Поэтому стоит совершенно недорого. Вы можете распечатать и сделать вот такой, например, экземпляр в подарок. Такие экземпляры печатного руководства продаются в моем интернет-магазине в группе ВКонтакте «Лоди Сад». Ссылочка будет в описании. Можно заказать вместе с семенами, ну вот, книжку в печатном виде. Прекрасный подарок любой хозяйке, начинающей или которая уже все умеет, но все равно у каждого свои рецепты. Если у вас что-то не получилось, книжка вам не пришла, пишите мне, все адреса, куда писать, есть в описании под видео. Электронная почта, Telegram, есть WhatsApp, куда хотите, там и пишите. Все отрегулируем. Активно все у меня кипит. Вкусно очень, но вот я уже сейчас почувствовала, что мало соли. Но я вам потом расскажу. И теперь сюда же 10 луковин отправляем. Опять все перемешаем. И как закипит, 10 минут. Тем временем я буду нарезать фасоль и помидоры. Ну, в общем, все по кругу. Вот перемешала, и пусть закипает. Ну, вот пришло время добавить стручковую фасоль и томаты. Если у вас нет стручковой фасоли, просто упустите этот момент нарезки стручковой фасоли и добавления. Просто ее не добавляйте, добавьте только томаты. И опять кипит 10 минут. А мне остался последний ингредиент, 10 огурцов. И тоже нарезаю кубиком, но огурцы нарезаю средним кубиком, не мелким. Если у огурцов толстая шкурка, но бывают такие уже огурцы, вот в конце сезона, то я немножко эту шкурку сняла. Ну и нарезаю. Можно сказать, что на 4 части.
4, вот таким кубиком режу огурцы. Ну а сейчас будем варить огурцы. Многие боятся этого делать, но все нормально. Вот теперь, когда закипят уже, именно с момента закипания огурцов, я проварю их 10 минут тоже. Но сейчас уже можно добавить, не можно, а нужно, уксуса 6%, пол стакана. У меня 9% уксус. Я добавляю 1/3 стакана. Примерно 60-70 грамм. И как только закипит, опять немножечко возьму этой массы на отдельную тарелочку, охлаждаю и проверяю на сахар и соль. В рецепте нет чеснока, нет перца. Можно положить острый перец, кому хочется, ну, чтобы такая была пикантная остринка. Ну, то есть все остальные специи добавьте по вкусу. Все, кипит 10 минут. Ну все, мой салат готов. Я попробовала, так вам покажу. Попробовала. Сейчас некоторые овощи, кабачки нормально. Огурцы чуть-чуть под хрущок. Перец тоже чуть-чуть, ну такой, все, знаете, немножко альденте, это и хорошо. Кашей никто не стал, каждый так и остался своим кусочком, потому что баночки сейчас все заполню и укутаю. В банках они еще дойдут. Мне было маловато остроты, я добавила острый жгучий перец, и я добавила сухие травки, которые сама делаю. У меня здесь смесь трав: петрушка, сельдерей, морковная ботва, ботва свеклы, что еще тут, укроп, ну вот все, что есть в огороде, я сушу и вот делаю такие себе консервы. Ну, я рассказывала вам об этом рецепте, поэтому я сюда добавила 2 столовые ложки таких травок и прокипятила. Все, вот смотрите, какая у меня получилась консистенция. Очень вкусный сам соус, потому что паста хорошая, выбирайте только хорошую пасту. Никакие огурцы каши не стоят. Вот, дорогие друзья, сколько у меня получилось, 7 литров и еще тарелочка покушать. Очень довольна результатом, очень вкусно, ароматно, сочно. То есть такую закуску в виде салата можно добавить гречи, к рису. Ну, обычно эти крупы такие суховатые, если делаем гарнирные эти вещи. Картошечки вообще на ура пойдет. Можно даже к макарончикам, можно кушать просто, ну, как рагу. Как рагу, как кушаете, к мясу, баночка и все. Не уксуса совсем мало, кто не любит вот уксуса. Но действительно, на такую огромную кастрюлю я добавила там 30 грамм уксуса, это очень мало. Сейчас все закутаю и постоит полностью до остывания. Такой салат я храню в погребе. Я не знаю, может ли он храниться в домашних условиях или нет. Но мне кажется, раз уксус добавили, то вполне может храниться и дома. Желаю вам хороших заготовок, вкусных заготовок, чтобы они у вас хорошо стояли, ничего с ними не случилось, и крепкого всем здоровья!